Так, здравствуйте, рад всех видеть. Меня зовут Андрей Лебедев, и сегодня мы с вами разбираем работу с довольно специфическим функционалом конфигурации 1С ERP, 1СК, 1СУТ, значит, функционалом, простите, 1С комплексной автоматизации и 1С ERP. Значит, функционалом, связанным с оформлением операций товаров пути и неотфактурованная поставка. Значит, начнем мы с вами с чего? Давайте я расшарю экран. Значит, начинаем наш вебинар, связанный с операциями товаров пути и неотфактурированная поставка. Значит, первый вопрос, который всегда задают, в какой версии будет демонстрироваться? Версия 258-221. 258-221. Вот тут я даже в названии это всегда пишу. А, отлично, видим. Так, значит, во-первых, краткое вступление. Зачем это нужно? В практике работы периодически встречаются ситуации, когда момент перехода права собственности и момент физического перемещения товара не совпадают друг с другом. Это может быть в случае закупки, в случае продажи. В случае закупки в каких ситуациях такое может быть? Значит, товары в пути чаще всего такая ситуация возникает в том случае, если у вас очень большое плечо поставки. Если там вы везете что-то откуда-то из Китая, до сюда это идет, хорошо, если полтора месяца, а по нынешним временам может и больше, переход права собственности вполне может произойти еще в Китае и де юре. То, что идет из Китая к нам, это уже будет считаться нашей собственностью, но на складе этого пока еще нет. Либо обратный вариант, ситуация, когда право собственности уже перешло, обратная ситуация, когда право собственности еще не перешло, а товар уже на складе есть. Когда такое бывает? Такое бывает в том случае, если к вам поступил товар, но на него нету каких-то сопроводительных документов. Либо эти сопроводительные документы ошибочные. Вот на практике я очень часто видел такую ситуацию, когда если что-то не устраивает в документах, товар, поступивший на склад, он оформляется как неотфактурованный, а реальное перехода права собственности, он происходит уже, когда привезут нормальные документы. Естественно, что-то похожее может быть и в случае с отгрузкой, то есть ситуация, когда мы что-то отгрузили со склада, ну а передаем мы клиенту все уже на его складе. Доставка может занимать не один день. Вот опять ситуация, когда у нас товары в пути, но уже, скажем так, не к нам, а от нас. Значит, каким образом это оформляется в системе? Ну, давайте мы с вами начнем, во-первых, с чего? Во-первых, с настроек. Настройки здесь очень простые. Значит, во-первых, надо включить вообще эти операции. Да? Вот у нас здесь есть... Вот эти две галочки, товаров в пути, неотфактурованная поставка. Плюс вот к этим двум галочкам у нас еще есть вот какие настройки. Так, сейчас я посмотрю тут. Так, ну вот здесь, боюсь, немножечко вас дезинформировал. Значит, обратите внимание, в ранних версиях в разделе «Импорт-экспорт» отдельно включали работу с импортом и экспортом и вот этими вот вариантами. Значит, ну, сейчас отсюда их убрали, значит, по умолчанию, раз включили, значит, включили, будет работать всегда. Так, значит, с чем мы будем с вами работать? У нас уже есть организация, у нас есть номенклатура.
Значит, использовать мы будем вот эти две номенклатурные позиции, товар 001, товар 002. И чтобы у нас все уж было грамотным, я давайте здесь сделаю вот что. Я проставлю для обоих товаров группу финансового учета, поскольку, скажем, я хотел бы еще показать, как это по счетам бухгалтерского учета должно отражаться. Значит, я ставлю предопределенные группы финансового учета товара. Ну, на детали сейчас мы с вами детали этих настроек обращать внимания не будем. Так. Значит, для работы мы будем с вами использовать. Так, сохраню. Прошу прощения. Для работы мы с вами будем использовать склад. Ну, давайте я создам для этих целей, чтобы не путаться, отдельный склад. Он будет называться склад товаров пути и неоффективная поставка. Ордерную схему я на этом складе включать не буду. Значит, закупать мы будем что-то у партнера. У нас уже есть основной поставщик. Значит, это будет и будет наш поставщиком. С импортом сейчас мы с вами связываться не будем. Ну, если будет время, значит, потом посмотрим, какая там есть особенность. На самом деле их относительно немного. Так, что нам сейчас потребуется с вами? Нам потребуется договор. Давайте пойдем в закупки, и для основного поставщика мы с вами создадим договор с поставщиком. Создать. Цель договора закупки. Наименование. Так и начнем. Напишем договор товары в пути. Организация Орион. Поставщик, основной поставщик. И самое главное, что мы здесь должны с вами сделать. Мы должны указать возможность оформления раздельной закупки. Настройка, связанная с этой возможностью, она находится именно в договоре. У нас раздельная закупка оформляется по схеме товаров пути. Записать и закрыть. Теперь мы можем приступить к оформлению. Я начну с того, что оформлю заказ поставщику. Поставщик основной. Так. Значит, хозяйственная операция. Закупка у поставщика товаров пути. Так, ну, соглашение я указывать не буду. Кто не в курсе, напоминаю, что использование соглашения в закупках не является обязательным. Хотя, конечно, правильнее все-таки это соглашение указать. Так, договор с контрагентом нам почему-то недоступен. Давайте я сейчас выясню, почему. Так. Договор с поставщиком. А, ну да, естественно. Значит, тут имейте в виду, что вот
это уже не относится к нашей теме. Вот. Но вот подобные вопросы возникают достаточно часто, поэтому имейте в виду, на видимость договора в заказах, в документах всегда будет влиять вот этот параметр. Пробуем еще раз. Нет, этого не хватило. Да, уже интересно. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Так, дополнительно рубли. Так, давайте вот это вот еще попробуем. Так, и организация Орион. Во. Все. Значит, теперь в соответствии с фильтрами у нас все здесь проставилось. И мы можем идти дальше. Мы закупаем с вами так, не номенклатуру поставщика, а номенклатуру. Мы закупаем товар 001 в количестве 10 штук. По цене 1000 рублей. Заказ подтвержден. Так, и, наверное, вот это вот еще. Будем использовать тот склад, который решили использовать. Заказ подтвержден. И теперь на основании этого заказа мы можем сделать приобретение товаров и услуг. Обращаю ваше внимание, что вот тут вот, ну, на мой взгляд, не совсем удобный подход реализован, но вообще говоря, как бы смысл определенный в этом есть. Значит, вы можете на основании заказа поставщика сделать приобретение, но не можете сделать поступление. Что это за документы? Давайте обратимся вот сюда, в документы закупки. Чтобы вас не путать, давайте я немножечко тут лишнее поуберу. И оставлю только вот эти вот два документа. Поступление товаров и услуг. Приобретение товаров и услуг и поступление товаров на склад. Так, выбрать, создать приобретение товаров и услуг. Напоминаю вам, что приобретение – это вот основной документ модуля закупок, он полнофункционален, он используется всегда. А вот поступление – это дополнительный документ, который используется исключительно в ситуациях, когда вам нужно оформить раздельную закупку. Ну, давайте пойдем простым путем. Раз нам можно, раз у нас товары в пути, напоминаю, мы… В случае, если работаем со схемой товары в пути, мы сначала должны оформить переход права собственности. Переход права собственности оформляется документом приобретения, а уже потом принять на склад. Принятие на склад – это документ поступления. Приобретение мы можем создать отсюда. Давайте попробуем это сделать. Вот оно, приобретение. Ну, тут, в принципе, все уже реализовано, все заполнено. От меня, скорее всего, ничего не потребуется. Документ проведен. Ну и давайте, с учетом того, что
функционал, который мы с вами разбираем, он все-таки в большей степени относится к регламентированному учету, нежели чем к оперативке. Давайте мы сразу посмотрим с вами, какие движения этот документ делает. Не удалось. Так, настроить счета учета. Ну, видимо, вот этот. Пробуем еще. Ну и вы видите, что в принципе вполне логичное движение делает. Значит, 15-й и 60-й счеты. Счет. Ну, по НДСу, соответственно. Вот. Итак, первый шаг мы с вами сделали. Значит, что нам надо сделать дальше? После того, как мы сделали приобретение, мы должны с вами сделать поступление. Значит, и вот тут иногда возникает вот такой вот небольшой стопор, то есть люди не могут найти этот документ. Вы видите, что на основании приобретения поступления вы тоже не создадите. И вот здесь довольно такая занятная вещь. Давайте сейчас я здесь вот. Так. Значит, для того, чтобы работать вот с этой самой схемой два документа, вам обязательно придется использовать вот это вот рабочее место, накладные к оформлению. Еще раз показываю, где оно находится. Закупки, накладные к оформлению. Другого варианта у вас, к сожалению, не получится. Можем, конечно, пойти вот таким путем, создать поступление товаров и услуг, закупка у поставщика, поступление из товаров в пути. Но здесь тогда вам придется, скажем так, мучиться чуть больше, да, выбирать заказ поставщику, там, заполнять это все. В принципе, более простым вариантом, что ж такое, более простым вариантом является тот, который я вам показал ранее, то есть работа из рабочего места накладных оформлений. Но поскольку я уже создал вот это все, давайте я поступление проведу. Так. Секунду. Еще одну вещь, к сожалению, вам не показал. Значит, отменил проведение. Значит, еще один момент, который я вам покажу, прежде чем оформить поступление. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, что есть специфический отчет «Контроль оформления товаров в пути и неотфактурованных поставок». Давайте сформируем. Ну вот вы здесь видите, значит, что именно у нас сейчас болтается в недооформленном состоянии. В принципе, наличие этого отчета, она дает возможность использовать эти схемы и в оперативном учете для того, чтобы отслеживать, какие товары есть в пути. Ну, как бы,
Имейте в виду, что этого отчета в более ранних версиях может и не быть. Так, ну, давайте мы вернемся к поступлению. Проведем. И опять посмотрим на проводки, которые формируют этот документ. Ну, как и ожидалось, 15.02.41.01. То есть из товаров в пути перевели уже в реально существующие товары на складе. Значит, по схеме товаров в пути мне осталось вам рассказать по большому счету только одну вещь. Значит, при импортной закупке, то есть когда вы используете вот эту операцию, при импортной закупке у вас может возникнуть еще один документ. Это товарная накладная на импорт. Таможенная декларация на импорт. Значит, и здесь вы имейте, пожалуйста, в виду, что, ну и по логике программы, ну и на самом деле по логике таможенного оформления тоже, для того, чтобы вы что-то подали на таможню, вы должны это что-то получить. То есть, по идее, у вас на вашем там на складе временного хранения, это не ваш, конечно, склад, вот, но на складе временного хранения у вас лежат какие-то ТМЦ, которые вам принадлежат, и которые вы заявляете таможне. И поэтому вы имейте, пожалуйста, в виду, что сначала вам надо будет оформить поступление, потом надо будет оформлять таможенную декларацию. Периодически я видел такую ситуацию. Нас, когда там заявляли, нам еще ничего не растаможили, у нас этого на складе нету. Нет, у вас это уже на складе есть. И второй момент. В эту цепочку может вклиниться еще документ, связанный с ордерной схемой. Значит, документ, связанный с ордерной схемой, это приходный ордер на товар, вот, но он не делает никаких движений по регламентированному учету. Просто это просто дополнительный документ, который фиксирует поступление. Вы все равно оформляете документ поступления товара на склад, но он будет фиксировать приход по организации, приход по складу будет фиксировать приходным ордером. Так, по этой схеме есть какие-то вопросы? Так, что-то есть, давайте. Как система отображает приобретение в пути по партиям? Ну, оно, в общем-то, будет отображать по партиям ровно так же. То есть в этом плане мало чего поменяется. Документ приобретения, он, в общем-то, и является документом, который формирует партию. Склада, да, склада не будет. Ну, можем построить соответствующий отчет. В принципе, я могу опять вот это вот поступление распровести. Так, и давайте посмотрим с вами соответствующий отчет. Так. Так. Ну, давайте. Сделаем фильтрацию по складу. Возьмем. Так, ну это мы можем, наверное, не ставить. Так, ну, значит, тут, насколько я понимаю, попадает в исключение по настройкам.
Ну, попробуем снять этот фильтр. Да, нету. Ну, в любом случае, как вы видите, по умолчанию эта хозяйственная операция не отображается здесь. Давайте еще вот так попробуем. Не хочет. Значит, на всякий случай можем еще что сделать? Можем проверить движение, которое делает этот документ. Так, это поступление, пардон. Ну, в принципе, как вы видите, по товарам организации приход здесь зафиксирован. То есть, в принципе, сведения здесь уже пошли. Тут вопрос только в том, что эта операция фиксируется. Да, как видите, да, используется немножечко другая аналитика. Кстати, можем попробовать с учетом вот того, что мы увидим в регистре, немножечко по-другому подойти к формированию вот этого вот. Давайте сделаем, знаете что, я тут поставлю основной поставщик и поставлю январь 23-го года, вот так вот. Сформировать. Вот он, похоже. Видите? Если нету фильтра по складу, и если сняли вот эту вот галочку, вот он вылезает у нас. Тем же самым, с той же самой аналитикой. Так, если больше вопросов нету, давайте пойдем дальше. Значит, документ, схема неотфактурованная поставка. Значит, обратная ситуация, товар пришел, документов нет. Посмотрим, как это будет выглядеть. Естественно, нам для этого потребуется другой договор. Так. Ну, особо я ничего в договоре менять не буду. Он просто у меня будет называться НХП. Так, и, естественно, я поменяю вот этот переключатель. Вместо товаров в пути у меня будет неотфактурованной поставки. Записать и закрыть. Делаем опять заказ поставщику. Так, тоже создам копирование, чтобы лишних работы не делать. Значит, склад будет тот же самый, договор. Так, хозяйственная операция, фактуровка поставки. Договор, проставился договор НФП. И здесь я вместо товара 001 поставлю товара 002. Все остальное то же самое.
Подтвержден. И вот здесь, как вы видите, да, напоминаю, мы можем создать только приобретение, но это немножечко не наш случай. Все-таки у нас не приобретение, а поступление должно сформироваться. Приобретение у нас будет уже на следующем этапе. Так, провести и закрыть. И снова идем с вами вот к этому рабочему месту. Я вам говорил, что это самое простое, что можно сделать. Значит, вот у нас строка, связанная с заказом поставщику, да, 002. Мы оформляем поступление товаров. В принципе, все заполнено. Давайте проведем это поступление. И посмотрим, что у нас в регучете. Не удалось. Опять. Не настроены счета учета. Давайте это сделаем. Ну вот, в принципе, то, что здесь можем указать, можно сделать какие-то особенные телодвижения. Ну, мы, я думаю, обойдемся 60-м счетом. Так. Снова отражаем. Шестьдесят один. Вот здесь, конечно, немножечко, может быть, неправильно я сделал. Давайте еще раз посмотрим настройку. Вот, значит, здесь оно уже не дает. В принципе, вот что-то нужно было поставить, да, немножечко неправильно сделал, 60 НП, вот этот вот счет должен использоваться. Давайте я поставлю, что для Ориона будет использоваться, так, вот тут вот общий, вот этот, вот так вот, наверное. Так, и давайте попробуем еще раз это сделать. Перепроведем. И
И отразим в реглочете. Ну вот, теперь более разумный вариант. У нас дебет 41-го и кредит 60 НП. То есть мы как бы эту задолженность немножечко вывели из общей массы. Иначе потом там, движение по приобретению уже смысла особого не имело бы. Так, сделали поступление, давайте посмотрим отчет, он тоже должен нам отразить эту ситуацию. Вот, отчет оформления товаров в пути неотфактурованной поставки. Вот у нас неотфактурованная поставка, оформите приобретение товаров и услуг. Так, и теперь давайте мы пойдем в закупки, документ. Накладные к оформлению приобретения. Вот у нас строка на оформление приобретения. Оформляем. Проводим. Так, и что? Смотрим дебет-кредит. Ну вот, смотрите, теперь получилось что-то разумное, да, 60 НП, 60.01, иначе бы там было 60.01, 60.01, чтобы разумное было здесь телодвижение. Все, вот вам схема, связанная с фактуровкой поставки. По ней есть еще вопрос? Ну, операцию вы можете поменять. Значит, кроме того, здесь, да, ну, вот я имею в виду вопрос в чате. Значит, на момент заказа поставщику мы не знаем, что это будет неотфактурованная поставка. Возможно. Значит, и вообще я хочу вам сказать, что я вам сейчас показывал эти схемы, два документа, но да, вы можете вот эту вот операцию изменить уже в самом документе при его оформлении. То есть вы можете в поступлении товара на склад, ну, да, возможно, там немножечко получится такой битый механизм работы, когда вы и в заказе, и в поступлении начинаете менять операцию, но, увы, по-другому здесь не получится. Отдельно по галочке это сделать не выйдет, придется операцию менять. Так, значит, что еще мне осталось показать вам? Значит, смотрите, я говорил о том, что аналогичная ситуация возможна и при отгрузке. Значит, для этого я сейчас создам типовое соглашение. Ну, просто скопирую основное, значит, ну, напишу товары в пути. Условия продаж, значит, нам потребуется вот эта галочка. Возможно, отгрузка без перехода права собственности. Что мы делаем дальше с вами? Ну, давайте я сейчас посмотрю, на каком складе что есть, чтобы...
Ну вот, на складе бытовая техника есть вентилятор Benetton. Вот, давайте я сейчас попробую его отгрузить. Продажи. Так, документы продажи все. Создать реализацию. Клиент основной покупатель. Контрагент соглашение. Основной товар в пути. Так, значит, еще бы знать. Так, нет, так не пойдет. Там придется разбираться, чье это. Так, давайте. Возьмем вот это вот, основной склад. Ну, вот здесь у нас Барбарис вроде был. Так, Орион. Основной склад и товары. Добавить Барбарис конфеты. Ну, не сколько предоплате. Значит, вот, смотрите, исполнение вот этого вот соглашения, в котором мы поставили галочку с там изменением перехода права собственности, дает нам какую возможность? Поставить операцию реализации товаров в пути. Что это нам даст? Ну, давайте я проведу сначала в статусе к предоплате. Вот. Вот, провелось, замечательно. Я могу поставить после статуса к предоплате статус пути и статус реализован. Статус пути предполагает возможность указания даты перехода права собственности. Соответственно, эта возможность есть и при установке статуса реализована. Когда мы с вами отгрузили, мы ставим статус пути, ну и когда, значит, получили документы, посмотрели отметки в документах, тогда ставим статус реализован. Недостаток вот этой схемы работы, он состоит в чем? В системе, ну, по крайней мере, мне такой отчет неизвестен, в системе нет возможности отследить типовыми отчетами те товары, которые у нас сейчас в пути находятся. Поэтому часто вот эту же схему пытаются реализовывать с помощью создания каких-то дополнительных складов. Хотя сразу хочу сказать, что, в принципе, сделать такой отчет, ну, относительно несложно, это очень простая доработка, и в этом случае использование вот этого вот варианта для отражения товаров в пути клиенту становится вполне функциональной возможностью. Какие вопросы у вас есть? Так, ну, пока вы собираетесь с мыслями, немножечко рекламы, значит, хочу вам сказать, ну, возможно, это конкретно вам будет и не так интересно. Значит, следующие вебинары, которые у нас планируются, это вебинары, связанные с управлением товарными запасами. Значит, первый вебинар будет посвящен описанию того, как вообще это происходит и что именно нужно настраивать для того, чтобы управление товарными запасами заработало. А второй вебинар из серии, он уже будет связан с рекомендациями по поводу того, как реализовать в системе классические схемы управления товарными запасами. Вот эти вот классические схемы, которые вы можете найти в любом учебнике по логистике, значит, все их я вам постараюсь показать. Именно, да, озвучиваем схему и показываем, какие настройки требуется сделать в базе для того, чтобы система в соответствии с этими схемами работала.
Вот. После этих вебинаров, ну, это уже, скорее всего, конец февраля-март, я планирую вернуться уже к производственной тематике. Там появились определенные интересные вещи, которые стоит проработать. Так. Ну, вопросов я вижу нет. Во время мы с вами вроде уложились. Спасибо за внимание. Ну, спасибо, Андрей. Подскажите, а вы ссылку пришлете, где вебинар можно будет просмотреть еще раз? Смотрю, запись была. Да. Это на нашем канале, как и все остальные мои вебинары, будет выложено. Вот, ссылку, я так понимаю, вам пришлю. Ну, все, завершаемся тогда. Да, спасибо большое.